Всем привет! Вы смотрите экстренный выпуск новостей Кавказа, Центра стратегического анализа ЖСАК. Честно говоря, мы не планировали выпуск сегодняшней передачи, но обстоятельства сложились таким образом, что мы посчитали необходимым выйти в эфир. С вами я, Гил Авасадзе, и сегодня мой гость-ведущий эксперт по вопросам безопасности Грузинского центра стратегического анализа Лаша Брегвадзе. Приветствую, Лаша. Приветствую. Лаша, вы очень долгое время работали в силовых структурах, правоохранительных органах, поэтому вы знаете эту систему изнутри. Ну, это, например, мы скажем сегодня, мы поговорим, конечно, о Тбилиси, о том, что там происходит. И я думаю, что для наших зрителей всех будет очень важно узнать, как все-таки могли до такого дойти, как это могло произойти. И вообще историю вопроса, как правоохранительные органы там, скажем так, контролировали порядок. И что сейчас произошло? Потому что внешне казалось, что все спокойно, все хорошо, все замечательно. Полиция на месте, граждане на месте. Даже, наверное, добровольное общество помощников милиции было. Там или полиции в свое время. Итак, все-таки, какая была система? То есть, и какая есть система контроля за правопорядком в таких регионах, как Тбилиси? Понятно, что не только Тбилиси, это и Барнауле, это и Халкалаки, и Нинотвида, но вообще регионы компактного проживания этнических меньшин в Грузии. Начнем с того, что, как говорится, но перед бурей всегда затишье. У меня такое впечатление сложилось, смотря на все это. Исторически, это еще со времен коммунистов, когда еще была великая держава, в кавычках я скажу, СССР, да. Тогда еще госбезопасность взяла в свои руки этот вопрос и особенно она очень внимательно смотрела над теми компактными заселениями, где были много этнических разных населений. Так что это берет начало еще со времен тех Советского Союза. То есть госбезопасность следила, это было приоритетным вопросом это было. И как бы они заложили те мины медленного действия, на которых сейчас мы, и не только мы, и в Украине, и на многих там постсоветских республиках, да, взрываемся, как бы, на тех минах, которые они нам оставили. Это было специально все задумано, и это было с просчетом на не 5-10 лет, а может и на несколько веков вперед. Они просчитали это все, и госбезопасность серьезно контролировала. В их распоряжении были такие люди, которые были как бы лидерами, так, неформальными лидерами. Они брали их как бы в разработку, это так называется. Они брали в разработку этих людей и контролировали их. Ну, как бы, и через них, соответственно, значит, контролировалась. Да, да, ситуация там контролировалась через них, как бы пряника и кнута. Они то давали что-то, им помогали в чем-то, то, как бы, если они провинились, они наказывали. Это работало. В то время это хорошо работало. Это работало даже и во время Звиада Гамсахурдия, но это инерционно. Во время Звиада Гамсахурдия все развалилось даже. Да, развалилось, но как раз, что эта система сработала, я говорю, не для нас, а для тех, кто эту систему создал. Да? Мы потеряли Абхазию. Но в этих регионах, несмотря на то, что было очень серьезное напряжение, в общем-то, нам удалось избежать. Да, избежать удавалось это все, потому что с приходом во власти Эдуарда Шеварднадзе, как бы, эта система опять взяла обороты. И та система, которая работала до этого, где-то 70 лет, посчитали, что эта система может работать и после тех 70 лет. И реально, то с сегодняшнего дня ничего там не изменилось. Там все сферы влияния, там все контролируемые фигуры одного и того же типа. Там ничего не менялось. Просто случилось то, что я не могу это назвать упущением. Я, по-моему, к этому еще придем. Да. Я просто хочу, чтобы наши зрители хорошо поняли эту систему. То есть был какой-то отдел госбезопасности, какой-то особенный отдел, да, которая, соответственно, держала связь с неформальными. Что такое неформальные лидеры? Очень богатые люди, люди, которые обладают. Несколько типов таких есть неформальных лидеров. Это религиозные лидеры, это одна из них. Есть еще криминальные авторитеты, у которых есть некий авторитет в криминальной сфере. Есть люди, которые просто, которых уважают
там односельчане или одна, и люди... Ну, так называемые аксакалы. Да, аксакалы, да? Да, такие люди. Все эти люди были под зорким надзором госбезопасности. Раньше, а сейчас, после распада Советского Союза, уже местных там служб безопасности. Так что, вы понимаете сейчас, насколько взрывоопасная у нас была ситуация, и это специально готовилось к этому всему. Ну, это понятно, но вернемся в Дманиси. Дманиси вообще же пограничный регион. Конечно. А в пограничном регионе очень много агентуры традиционных. Фактически, было. Можно было сказать, во время коммунистов там 100% они все... как бы работали на госбезопасность, так бы там не прожил. Ну, так было. Это не только в Дманисе, это было и в Батуми, там около Сарфи. В Батуми нет, Сарфинский регион, то же самое было при Сарфинском регионе. Ахалцихе тоже. Там все были с подписками, как говорится, так, грубо говоря, на профессиональном слинге. То есть в Дманисе еще старая советская агентура КГБ, она наверняка осталась? И... Не наверняка, 100%. Там система сама как была устроена в КГБ. Там, ну, создавали ее уже. Вы здесь понимаете, да, умные люди, когда это все было. Понятно. По-своему умные, конечно же. Для себя они создавали идеальную систему. Там философия была такая, что там родословно это все переходило. Если отец был агентом, да, успешным, то его сын тоже вовлекался в это все. И это как бы родословно переходило от отца к сыну, от сына еще своему сыну и так далее. Так что во всех тех регионах, и не только, по всей Грузии можно сказать, что очень много агентуры осталось у нас от российских спецслужб, в том числе, можно сказать, и во многих министерствах, к сожалению, и не только в министерствах. Так что с этим у нас серьезные проблемы, но в этих регионах, которые вы сейчас мне сказали, там особенно это выявляется, и мы видим, как это все как бы аукнется нам потом. Ну, к российским спецслужбам мы еще вернемся. И так было время Эдуарда Шеварднадзе, в принципе, время бардака, но так или иначе контроль был возвращен. Да. А потом пришло время Саакашвили, и, насколько я слышал, достаточно жесткий был этот контроль, даже, чересчур жесткий. Очень даже можно сказать, что очень даже жестким. Иногда было очень даже жестким. Система не изменилась. Увидели, что эта система работает, и не стали ее менять, там что-то новый велосипед никто не хотел придумывать. Тогда, когда старый велосипед хорошо ездил, да, так что система закрутили и начали закручивать гайки очень серьезно, и тогда как бы люди-то не говорили, но было очень большое недовольство этим всем. Но все-таки тогда система была настолько жестко, что никто такого масштаба, какие-то провокации, просто бы не посмел бы это все сделать. Вот у меня вопрос, а почему тогда было это невозможно, а сейчас возможно? Тогда, начиная с отдела полиции, заканчивая с региональной отдела госбезопасности, также и регионального отдела, у всех были жесткие инструкции на эту тему. И эти инструкции никто не хотел переходить, потому что если бы нарушилась эта инструкция, то для них это бы хорошо не кончилось. Так что все... Вплоть до снятия или могли посадить? Могли посадить. Снятие – это самое легкое, потому что там были какие-то рамки, через которые не должно было ситуация выйти. Как только через эти рамки ситуация выходила, тогда очень жестко спрашивали, и можно было даже очутиться в тюрьме из-за этого. Так что в одном варианте было хорошо, что контролировалось все, потому что максимально была задействована агентурная сеть, там максимально контролировались и церковные, и не только религиозные, да, общины, и были отдельные отделы, которые это все контролировали. Это со стороны того, что безопасность была на высшем уровне, да, но с другой стороны, это была проблема, потому что очень много там ущемлялись какие-то права людей из-за этого. Понятно, но регион сложный, потому что есть там люди, которые там живут веками, это вот грузинские азербайджанцы. В Дманисе, кстати, есть и армяне. Конечно, да. Небольшой процент. Небольшой, но есть, да. И есть экологические мигранты, эко-мигранты из Суанетти. Вот эти группы, они
в принципе, методы контроля этих групп были одинаковыми? Да, одинаковыми были, да, контроль был одинаковый, потому что система была едина, там нового ничего не придумывалось, да. Правило в разработку, я говорю профессиональным языком, может это немного сленг. Разработку брались там лидеры, которые были там общины там криминальные или там церковные или там религиозные какие-то лидеры, и начиналось на них копить там компроматы, там что-то им, в чем-то им помогали, в чем-то их ущемляли, может быть, в чем-то похваляли, и этим всем как бы пряником и кнутом их держали всех в узды, так что и они были очень контролируемы. Они бы не, такой инцидент бы они тогда не сделали просто. Даже я больше скажу, извини, Гела, что я тебя прерываю, до того, как бы этот конфликт начался, до этого бы информация бы пришла, реально при хорошей оперативной работе, до того, пока конфликт созреет и случится, до этого у тебя должна быть информация. И вот это есть грамотная оперативная работа, что ты уже владеешь информацией до того, пока это все случится. Потому что мы с тобой разговаривали до этой записи и говорили, что это в один миг такой масштаб не случается. Да? Это накапливалось, и эта информация должна была быть у и полиции, и у безопасности региональной. Просто они прошляпнули, извините за такое выражение. Несомненно, это факт. Но вот меня что удивляет? Слушай, а ведь люди же фактически не поменялись там, на местах, в госбезопасности? Или там тоже было? Да, да, было. После 2012-го очень серьезные там перетасовки были. Много очень опытных людей там сняли просто из-за того, что они в те 9 лет работали, которые неприемлемы этому правительству, и считалось, что они недостойны этого всего, и сняли, и привели новых. Неопытных, в большинстве из вариантов неопытных, просто там активистов, которые за них были или там что-то там сделали для мечтунов, извините за такое выражение, и попали в госбезопасность или в полицию, потому что в регионах очень престижно работать, особенно в госбезопасности, фактически ты царь и бог там, если работаешь на эту структуру. У них такое понятие. И все пытаются в силовики какие-то там залезть, там или в финансовую полицию, или просто в полицию, или в госбезопасность. И из-за этого большая конкуренция была, и как бы ротация больше всех отразилась на эти службы, в регионах особенно. То есть можно сказать, что система разрушилась, и они уже не контролируют? Или... Нет, система не разрушилась. Как раз, что очень интересная ситуация. Система не разрушилась, просто они контролируют то, что им интересно контролировать, и что для них прибыльнее. Не только в финансовом варианте, я говорю и по другим аспектам, что им интереснее и прибыльнее, они это контролируют. А те другие ситуации, просто они на самотек они пустили, они думали, что из-за того, что мы до этого дойдем в течение разговора, почему это все случилось. Просто они думали, что этого не будет. А так думать в этих сферах нельзя. Когда у тебя взрывоопасная ситуация, взрывоопасная, ты все время должен думать о том, что самым плохом. И должен наперед все продумать, что в это время должен сделать, какие протоколы должны быть, какие ситуации должны устраиваться в это время. Ну, давай перейдем непосредственно к событиям тогда уже. Понятно, что система была, плохая, хорошая она была, система контроля была, система первенции тоже должна была быть, по идее. И тем не менее случилось то, что случилось. Честно говоря, я тебе скажу честно, когда я увидел... Вчера кадры, я подумал, что это скверно, это мерзостно, но я подумал, что купировать это можно очень легко. Но когда я увидел сегодняшние кадры уже, и до сих пор там ситуация не стабилизировалась, ну, у меня возникло очень много вопросов, и вот один из них я хочу задать тебе. А как так получилось, что ситуацию довели до массового, это называется массовое неповиновение. Да, и беспорядки. Это массовые беспорядки. Это при Советском Союзе, кстати, вот за эту статью, это была самая тяжелая статья, максимальный срок в крытке, в тюрьме и так далее. Да. То есть, это было самое серьезное преступление. Да. То есть как так получилось, что целый город довели до массового неповиновения, причем и беспорядков, причем столкновения друг с другом. То есть, хотелось бы услышать
твое мнение. Да, начнем с хронологии. Да, в отличие от тебя, я больше разбирался в этой системе. Я уже вчера понял, что они это контролировать не смогли бы. Потому что тот масштаб там, беспорядков, с которого все это началось, говорит о том, что они в корне не смогли это все укоренить и это все обезопасить. А потом то, что мы получили сегодня, это итог того, что они ничего не делали всю ночь, у них была вся ночь. И не только ночь, да, после комендантского часа у них было уйма времени начаться. Может, там... Что они должны были сделать? Ну, давай начнем с этого. Первое, то, что они должны были оперативно получить информацию, кто были зачинщиками этого всего, из-за чего это все. Это же, ну, мы все же понимаем, что это тот бытовой конфликт, который там случился, это просто причина. Повод. Повод, да, повод того, что там что-то созревало. Там надо было узнать сперва, если бы я там работал шефом какой-нибудь службы. Первое, что я бы начал узнавать, кто там лидеры этого всего. И начал бы работать на них. То есть допросы, разъяснения. Второе, я бы посмотрел то видео, где вся эта суматоха происходит. Там невооруженным глазом видно, что люди получили повреждения тел. И это наказуемо, как административно, так и уголовно. Да, уголовно. Начал бы допросы. Для того, чтобы как бы уменьшить температуру, можно было и административно вот всех лидеров просто на несколько дней оттуда удалить, как бы там. Там предварительное заключение на несколько дней административно. Не задержаны пока даже те, которые непосредственно участвовали. Гела, у меня такое впечатление сложивается, когда я слушал высокопоставленных лиц полиции, они говорят, что мы даже не знаем, кто это все начал. Это просто они смеются над людьми. Так профессионал не говорит. После... Это узнать могу, даже не ты, даже я могу узнать. Гела, любой человек, у которого есть там близкие люди, может позвонить там и реально за 5-6 минут может узнать и то, почему это случилось, и то, кто это были, кто это начал, кто это продолжил, если бы есть на это воля. Но выходит заместитель министра МВД, да, грубо говоря, так, и он говорит, что мы пока что не узнали, кто зачинщик этого всего и кто там принимал участие в этой драке. В драке, которую снимали камеры, несколько камер, и там лица, очень хорошо видны лица людей. Там по фигуре можно узнать, кто из. Да, конечно. А там в таком маленький, маленький регион, там все всех знают, да, там даже сами полицейские всех бы сзади бы они просто узнали друг друга, потому что они так близко дружат друг с другом, там живут, общаются, видятся, да, там же не, территория же не, это же не Москва там или Анкара там. Хорошо. Вот они ночь провели вообще, не как спали всю ночь. Да, ну так выходит. Да, так выходит. На утро возобновились столкновения, возобновился градус. То, что увидели люди, сначала не было вообще никого. То есть полиция, конечно, районная полиция, что может сделать в такой ситуации, когда бегают с палками? А потом увидели люди что? Потом люди увидели каких-то непонятливых, да? Как... Толще меня были эти спецназовцы. Господи, ну давайте не будем называться спецназовцами, потому что обидятся ребята, которые реально спецназовцы, потому что я тоже сам не понял, что это за подразделение, кто это были. У них ничего не было. Там были комбинезоны какие-то серые одетые и какие-то каски, которые только их защищали. А там никаких средств не было самозащиты. Или бы там для того, чтобы они порядок там установили. Для этого мы слушайте, да, зачем нам куда-то идти? Да? 20 мы же июня помнимся, да? Ночь Гаврилова, да. Ночь Гаврилова, да. Какая у них техника там была? Да? Там есть специальные машины, которые опрыскивают водой, там есть специальные машины, которые опрыскивают газом специальным, есть специальные машины, которые импульсы выпускают, которые слышат эти импульсы, человек подавляет. Просто подавляет, и человеку становится неприятно, и он просто уходит от этого. Ничего такого, они просто за ночь могли все это перебросить там, ну сколько, ну километров, ну смешно это все. Рядом, да? Рядом, да, тут же можно... Два часа. Возьмем 3 часа, да, вся ночь у них впереди была, это оперативно можно было перебросить, и вот тех, мы что называем... Робокопы. Да, люди там, робокопами их надо. Вот где-то человек 100-150 этих робокопов, там все
наладила без вопросов вместе с техникой. И плюс к тому, ночью должна была начаться серьезная работа, оперативная. И должны были начать расспросы, разговоры. Там, некоторых надо было на несколько дней оттуда изолировать. Да, обязательно дело. Без этого, без изоляции, в это время, когда там все кипит, когда там до взрыва все дошло, без этого не обходится. Хорошо, ладно. Я думаю, что вот то, о чем мы говорим, это же прописано, не просто мы говорим, сейчас придумываем, что это даже все должно быть прописано как бы в протоколах соответствующих. Так оно и есть, так оно и есть. То есть выходит, что власти не выполнили протоколы? Нет, не выполнили. К сожалению, так и... Вопрос. КГБ или местному, главы администрации, то есть, или начальнику полиции, или начальнику отдела госбезопасности, по идее, такие вещи не должны быть выгодны. Так не должно же быть выгодно. Значит, соответственно, кому-то сверху это было выгодно. Вообще, или это полный развал уже государственной системы, когда они друг другу даже позвонить не могут. И что это такое? Ну, вот, я не подвожу, я знаю. Не-не-не, ну, реально это все вместе взято. Все то, что ты по отдельности говорил, это все вместе взято, реально. Ну, начнем это все детально, да, говорить об этом все. Начнем с того, что, конечно же, им это все не хотелось бы, чтобы там в их районе такая ситуация была. Но как мы видели, в экстремальных ситуациях при этом правительстве не находится человек, который реально быстро и без каких-нибудь происшествий или проблем это все решал. Мы это много раз видели. В 13 числе, когда вода просочилась, там они просто два дня они себя прийти не могли. Реально у них была информация до этого, что там что-то происходит наверху. Да, в 2013 году, когда имеется в виду наводнение. Наводнение, да, когда погибли люди. У них 112 там позвонили, сказали, что там какой-то оползень, посмотрите. Поднимались туда, Каладзе поднимался, да, еще куча людей поднималась. Да. Мэр города, то есть, потому что нормально тогда было. То есть о чем я говорю? О том, что реально у них нету кризис-менеджера, который в таких кризисных ситуациях, да, может принять однозначно какое-нибудь решение. Это выходя из того, что сама система такая, без одного человека, мы знаем, кто это такой, господин. Нет, но сейчас же Иванишвили же не принимает решение по таким мелким. Нет, но смотрите, как я прямо не говорю, что сам Бедзина должен принять, но... Тут решение принимает высокопоставленный чин, да? До него надо дозвать. Есть замминистра, есть. Да, ну вот этот замминистр, вот как раз об этом, этот замминистр не хочет на себя взять ответственность, понимаешь, за такую ситуацию. Там же ситуация какая? Обе эти общины, которые сейчас между собой враждуют, да, их обеих очень активно себе в помощь наше правительство при выборах использовало, да? Да, там не только там каких-то религиозных лидеров, там разговоры о серьезных криминальных авторитетах, и есть разговоры о том, что даже при выборах там вор в законе Гюли там звонил своим сам. Который был убит недавно. Да, недавно. Он реально контролировал азербайджанскую диаспору при Грузии, особенно в этом регионе. И, ну, криминальная. Да, криминальная, само собой. И он звонил там, он как бы им прямо говорил, за кого голосовать, за кого нельзя голосовать. С кем надо ходить, с кем нельзя ходить. То есть, о чем я говорю. Вот это все, там владыки вмешивались в это все, выборы. Там ходжи или молы, я точно не хочу. Религиозные, да, там и мусульманские тоже в это все вмешивались. И знаете как, там ситуация такая сложилась, что и полиция, и госбезопасность, и религиозные деятели, и криминалы вместе такую кашу там наварили, что там уже очень трудно в этом всем разобраться человеку, который там живет и который варится в этом все, извините за такое выражение. Ну, да, да, да. И они давили до этого, потому что может быть там был человек, которого надо было как бы нейтрализовать, но они боятся это все сделать. А давили до этого? А до чего давили? Что изменилось? Прямо я вам скажу, они приходят и говорят, мы вам помогли выиграть выборы, вы должны мне это сделать. Ну, какой-нибудь там. А в чем противоречие с сванскими криминальными? Ну, до этого, если так глубоко заходить в криминальную систему, да, до этого у азербайджанцев в Грузии не так сильные, не такие сильные позиции были до появления Гюли.
потому что там суанская диаспора намного сильнее была, и как бы она доминировала. И когда вот эта другая диаспора, которая получила как бы власть, там тут же не, разговор не о том, что только выборы там выигрываются. Там тендеры есть, которые они выигрывают, там деньги есть, там какие-то интересы есть. Они эту сферу все, они вкус этого пирога как бы, да, почувствовали, и уже больше хочется как бы. И уже пошла эта ситуация между этих двух диаспор. Да. Тут же реально... Если реально смотреть, там не о бытовых же разговор, да, там реальная ситуация. Хотя там бытовой разговор, то есть конкретно брали ну, это долг, был... потом да, не дал он долг, уже надоело. Да, ну, поверь, вот такой вот. Дело, ну поверь, таких ситуаций там, наверное, в неделю 10 таких. Да, бывает. Да, и причем таких ситуаций в неделю 10 бывает по всей Грузии. По всей Грузии. Из-за этого там региональные какие-то беспорядки не происходят. И главное... Не забудем внешний фактор. У нас есть такой, в кавычках, добрый друг. Сосед. Сосед, да, друг, сосед, христианин, да, христианский. Единоверный. Единоверный брат, как его называют, да, спасибо тебе за подсказку. Который спит и думает, как нам помочь в таких ситуациях. Хорошо, ну вот сейчас, если нас смотрят в Азербайджане, или там в Грузии, или даже в Армении, поймут, в чем дело. Но вот сейчас, если нас смотрит кто-нибудь из средней полосы России, скажет, ну они совсем с ума сошли, при чем тут Россия? Ну, при чем тут Россия? Ладно, сейчас я вам объясню, почему мы с ума не сошли с тобой, потому что я точно знаю, что ты тут того же мнения, что и я на этом в этом вопросе. Есть такая служба, которая внешней разведкой называется, СВР, которая, у которой прямо в наличии есть служба, которая устраивает в таких маленьких странах, как мы, и не только в таких маленьких странах, вот такие провокации. А для России сейчас очень интересно, потому что после 2012 года у нас вектор как бы изменился. Может, и говорит наше правительство, что они хотят там в Евросоюз, там в евроатлантические какие-то службы там зайти, но реально ситуация очень не такая жесткая, какая была до 2012-го. Понятно, они хотят в Евросоюз, но в то же самое время хотят и с Россией быть. И то, и другое, и пончик съесть, и, ага. И рыбку съесть, и все. Да, да. И сейчас, знаете, как я очень у нас растянулся, как бы разговор, я в двух словах тебе объясню, ситуация какая, что это не первый факт у нас. Просто эта служба максимально пытается, чтобы у нас испортились отношения с нашими стратегическими союзниками и друзьями, с такими, с которыми мы, ну, например, возьмем Азербайджан, да, уже несколько, ну, если не столетий, но десятилетиями точно мы дружим. Есть еще Турция. Почему я эти две страны сказал? Вот начнем с того, что там были конфликты в Кобулете, да, на религиозную спорщину, да, свиную голову прибыли. Это начало. Потом был еще в Гурии, да, ситуация в Букнаре, когда как бы мусульмане из Турции, да, какие-то маджахеды заходили. Это они были салафитами. Да, ну да, да, может было, там был конфликт между салафитами и. Я понимаю, но ситуация накалилась там тоже, да, и там. В Фейсбуке, по телевидениям, я не буду назвать какие телеканалы, но все поймут это все. Там был такой ажиотаж, что вот мол, там что-то там. Турки, нашествие. Нашествие турок. Это даже отразилось и на строительстве этого у нас. На Махване. Там тоже разговор, что вот турки наедут, там заселятся, там наши предки. Потом уже началась истерия против Азербайджана, как бы, да, там Давид Гареджи, это Грузия, а никто его и не отнимает, да, реально. Про Давид Гареджи никто не говорит. Никто не говорит, там разговор о Чичхитуре там наверху, и то не решено пока что, реально. Потом уже вот этот вопрос, да, как бы нас пытаются оставить изолированным от всех наших. Нас качают, да. До конца будут качать, пока мы или не сломаемся, или как бы сказать, я бы очень хотел, чтобы мы на правильный путь стали. Будем надеяться, что мы не сломаемся, но, конечно же, то, что ничего не делается, это тоже ужасно. Огромное спасибо вам, Лаша, за сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что было интересно. Мне было очень интересно послушать Лашу, потому что однозначно это человек, который знает ситуацию изнутри. Большое спасибо за то, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч.